Челябинские промышленники представили инновационное оборудование. Стрелковый дизель-электрический кран на железнодорожном ходу способен поднять груз весом в 25 тонн. Все комплектующие машины отечественного производства. Управление выполняется с помощью частотных преобразователей. Частотный преобразователь – это, можно назвать его механизм, который управляет работой электродвигателей. То есть управляет скоростью, плавностью пуска, управляет токами. Ресурс увеличивается у данного крана благодаря именно этим частотным преобразователям. То есть и безопасность, соответственно. Машина уже готова к работе, может переносить тяжелые грузы и выполнять строительные работы. А передвижение крана по рельсам позволяет работать в местах, недоступных для автомобилей. В течение текущего года это уже вот четвертый кран такого типа, который мы сдаем. Но по гособоронзаказу это первый кран, который мы исполнили. Мы немало этим гордимся. То, что это говорит о какой-то зрелости, об ответственности предприятия, о готовности принять эту ответственность. Устройство пользуется большим спросом на промышленных предприятиях. Этот кран совсем скоро отправится на Курган-Машзавод.